В Карачаево-Черкесию с рабочей поездкой прибыл депутат Государственной Думы, сопредседатель партии, политической партии «Справедливая Россия», патриот за правду Геннадий Семигин. Он посетил поселок Новый Карачай, где встретился с семьями участников СВО. В ходе встречи он рассказал о проводимой работе властями по оказанию помощи и поддержке семей и ответил на поступившие вопросы. Подробнее Алихан Лепшоков. Помощь и поддержка участникам СВО и их семьям – важная задача для властей всех уровней, отметил депутат Государственной Думы Геннадий Семигин. На встрече с семьями военнослужащих он рассказал о принятых депутатами законах, направленных на поддержку тех, кто ждет своих героев дома. Каждый из нас должен оказать свою поддержку и помощь родным, тех, кто сегодня находится в зоне спецоперации, исполняя свой долг перед Отечеством, отметил народный избранник. Мы сегодня очень дружески пообщались. Получили определенные наказы, личные просьбы у людей есть, как всегда это, потому что сама система государственная, вы знаете, она немного бывает непроворотливая. Закон есть, а исполнить его просто объективно сложно иногда. Поэтому вот решение личных вопросов, специальных, индивидуальных, вопрос номер один. Все власти должны каждого опросить, каждую семью вести, каждую семью приходить и спрашивать, все ли нормально, что нужно сделать. И чтобы у них не было, когда они скажут, вообще никаких вопросов нет, вот считай, что тогда вот победа в тылу тогда наступила. Со своей просьбой оказать помощь в решении ее проблем обратилась жительница поселка Новый Карачай, жена участника СВО Алина Айбазова. Алина Олеговна – мать семерых детей. Муж сам подписал контракт с Минобороны России и проходит службу в зоне спецоперации. А вот ее родной брат, получив ранение, находится на лечении в госпитале. Из-за задолженности по кредиту у него происходит списание этого долга из-за его зарплаты, что недопустимо для участников СВО. Геннадий Семигин подчеркнул, что лично поможет в решении данного вопроса. Обращаемся в медицинские учреждения. Все услуги предоставляют вне очереди. Все нас устраивает. Надеемся и ждем своего отца, главу семейства, живым и здоровым. По завершению встречи депутат Государственной Думы России Геннадий Семигин подчеркнул, что все поступившие вопросы должны решаться в индивидуальном порядке и на каждый необходимо найти решение. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Новый Карачай.